Депутатам горсовета предлагают на 40 миллионов гривен увеличить уставный капитал коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс». Соответствующий проект решения они рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится 9 февраля. После увеличения уставный капитал составит 148 миллионов 574 тысячи гривен. Речь идет, по сути, об оказании предприятию финансовой помощи из муниципального бюджета. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в 2022 году в связи с карантинными ограничениями, а также временным перекрытием Пантелеймоновской улицы на ремонт перестанут ходить трамваи номер 5, 17, 18 и 28. В связи с этим ожидается существенное снижение пассажиропотока и, соответственно, доходов КП. Из-за такого развития событий у предприятия могут возникнуть проблемы с выполнением финансовых обязательств по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития. Чтобы этого избежать, и потребовалось увеличение уставного капитала.